В этом ролике покажу, как мы по пути на работу попали в аварию, лежали в больнице и без всякой страховки получили компенсацию в 1000 долларов. Было очень много трудностей, но мы справились. Смотрите, как это было, поддержите лайком. Блядь, вот это я блогер, нахуй. Ногой. Да вообще там, блядь, пиздец. Скорость, она не особо большая была. Ногу зажало. А я видел, блядь, я думаю, ничего не видел. Да вообще, я видел то, что он едет, блядь. Ёбнутый. И на башке ничего нету, пацан? Нет. Чем уебался, каким местом? Ногой. Ну каким, блядь, вот здесь вот? Да. Вон синяк. Не больно? Наступать не больно? Ну-ка, расслабь ногу. Ну, кость целая. Не переживай. Целая. Наступать вот, ну, нормально? Нормально же? Нормально. Ну, значит, кость целая. Ой, блядь, попасть в ДТП нахуй в Корее, это вообще жесть, конечно. Давай мам, контент. Нахуй. Контент, блядь. Блядь, надо съебаться. Гонит. Полис Андре. Нет, старайся вот так. Давай, давай. Пиздец. Первый раз попали в аварию. Войска он проверяет. Я сидел с краю, Вася посередине. Саджан за рулем. Удар был в сторону Саджана. Ваську вот досталось. Ногой ударил. Приехали менты. Мне они не нужны. Вот это вообще, короче, жесть. Васька там вон. Собрались тут. Амбулатории всякие. Ну, быстро вообще среагировали. Сразу приехали. Спасатели. Амбулатория, две машины. И полиция. Я вот ныкаюсь от ментов. Ну, так, небольшие вон удары, ссадины. Ну, вообще... Чё, Ваську пожёстче. Ну, тоже удар у него в ногу пожёстче немножко достался. Но он уже окей, но его не отпускает. Он говорит, а ему окей. Его нихуя не отпускает, говорит. Имя, кто такой, откуда, что здесь делаешь? Допрашивает вон его. Ну, вообще, короче, виноват Саджан. Получилось все как в том мультфильме. Ехало два поезда. Один вот ехал с той стороны вон туда. Скорость, благо, скорость небольшая была. Слава богу, что пострадали только автомобили. Саджан наш тоже в порядке. Водитель того автомобиля тоже в порядке. Нормально, более-менее. Хотя он чуть-чуть он не вылетел. Ну, тут речка такая, тут канал. Чуть в канал он не вылетел. Вот он оттуда ехал, мы ехали оттуда. Как Саджан его не видел, я только в последний момент кричу «стоп». Хорошо, что он хотя бы нажал на тормоза, наш Саджан.
и немного вправо зарулил. А так было бы лобовое столкновение, было бы, я думаю, печальнее. Могли бы головой лобовуху пробить. А так, как получилось, так получилось. Первый раз в жизни я попадаю в автоаварии. О,햇빛이 이렇게 드는 게 보이더랍네. 수고 온다는 게 엄청 수고야 여기. 분명히 쳐다봤는데 사진 홍보 왔는데. 이게 뭐가 막 이쪽으로 에이. 막 빨대 가려고 막 이쪽으로 오는 거 보고 막. 겁나게 수고 와요 여기. 바가닉. 이게 저기 당직 타고 여기서 네 군데를 다 가야 한다니까. 네. 그렇게 얘기를 해도 왜 안 했냐고. 안 간다는 거는 와서 이거. 타자고 가지고 가요. Таблетку говорю, дай мне. Thank you, thank you. Не понимаю. 경찰도 보더라고요. 저거 뭐야 저기 보험이 다 들어 있으니까. водила. 다음 주에나 치료 받을 때 있으면 가서 받으라고 그러더라고요. 준아요. 혼자 들어와라. Попали мы, короче, ДТПшку. Покажу сейчас вот. Ущерб наш. Вот иди сюда, Саша, брат. Смотри, мне надо. Мама. А я. Я! 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 A S Y Y 네 Y чуть не вылетел. Друг другу не уступили, по морде друг другу получили. Вот второй. Я вот на это ехал рядом с водителем. Нормально. Нормально так. Вот на этом перекрестке мы ехали отсюда, а он оттуда. И нас туда вот выкинуло. Друг друга не пропустили. Ногу себе защемил. Работы не будет. Вон, смотри, чуть не вылетело. Я думаю, что неплохо. Съездил я в Корею. Нихуя не заработал. Мусарку, блядь, попал. ДТП попал, работы нет. И ляпсо. Ущерб-то снял Василий. И ляпсо. Смотри, как мы въебали, да? Ты видел вообще? Вообще снимал вот этот пар. Смотри, какой удар. Да, 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 да. Бля, я удивляюсь. Вот если бы движок был спереди, нахуй. Смотри, колесом прям все ехало. Я тебе говорю, он чуть-чуть не вылетел. Вот если бы движок здесь был бы спереди, нахуй, было бы вообще, блядь. Пожестенно. Могло быть все хуже. Фух. И хорошо, что он, я говорю, в бок чуть-чуть дал, вправо. Если бы мы лобовое уебали, мы бы с тобой лобовуху вылетели. Таблеточку дали, мне вроде немножко получше стало. Как бы ну, да. не так болит нога, нахуй, не ноет. Блядь, давай либо работать, либо нахуй не он работать. Он все уже сказал, что вы, говорит, вдвоем хана. Не, он хуйню какую-то молит. Он что-то про страховую, типа, чтобы деньги нахуй выбить. Он мне что-то нахуй. Не надо нахуй никакие деньги, блядь. Хочу домой, блядь. Похуй на эти деньги. 절대 내가 시켰다고 얘기하면 안 돼. 오빠가 그래서 반드시 아 우리 едем с Андрюхой на работу. Андрюх, сколько ехать нам? Ой, сколько это времени? Мне кажется, мы полдня будем работать. О, чем сам доплатит, блядь. Должны нам, знаешь, сколько? За такое. Пожарка просто так приехала. 자, 사진 가족들은 궁금합니다. 결혼식 한복 때문에 공유 의미에서 4, 5 максимум прошло. Всем привет. Ребята сделали мне первую медицинскую помощь, таблеточку отдали. Правда, зажали всю пачку. Все, едем работать дальше. И
Едем в клинику, короче. Предложили нам полежать 3 дня в клинике. Говорит, лям дадут, если, говорит, полежите. Чисто формально, говорит, теперь полежите, потому что поколят. Сказал, по ляму. По ляму, да, каждому дадут. Смотрим, работы все равно не особо много. Может быть, реально. Что все болит. Может быть, реально дадут. Сейчас переоделись, едем в больничку. Вот так и делаем. Больничка. 305-й койка. Нифига себе, у нас даже двухместный номер. Двухместный номер. Нам, смотрите, дали. У нас телек есть, холодильничек, смотри. Телек есть? Во, нифига себе, холодильник. Wi-Fi, телевизор. Нормальный больницы, давай. Сейчас, короче, мы тут обосремся, переоденемся. Пойдем, может, душ. И будем это. Будем чинить. Будем чинить. Магазин нам закапывает, насоджим. Какой капает, ты что, нам? Нам все, блядь, все уплачено, да. Самое главное, что потом у нас ничего не спросили. Вася, ты заебал, ничего у нас ничего не спросили. Нас спросили. Пессимист? Я кучу отдам, блядь. Нет, нихуя. Короче, переоделись в такую одежу. Блядь, вот просто, да, вот люди вот вообще нихуя не поймут. Вот ты, блядь, вот рассказывай, записывай видео, да? Расскажи в двух словах, как все будет зашло. Просто решили с Васей поработать. Да, да. Вышли, блядь, на Арбай. Взял нас, короче, Саджан на посадку риса. Что сама сделал? Какие-то нам это... Андрей. Андрей. Do you speak English? Yes, what? Car accident. Korean? Car accident. I was in accident. Yesterday? Yeah, today? Today? Yeah. In morning? Yeah, in the morning. We how? We reached right now. Блин, будем, короче, лазить вот с такой штукой. Кансумида. Ну, принесли нам подгоны, гости к нам. Бля, Вась, мы с тобой здесь за 3 дня. Your hunt восстанавливает, наверное, что-то. Release your sick. В общем, как в адреналине. For relax my sick. Mm-hmm, sick, yes. Yeah. Relax. No, а что? Для восстановления. Короче, стероидами сейчас тебя, Вася. You want only this knee? Knee? Hey, only sick knee? Nothing on other body. Only knee. Очень весело тут у нас, нормально. Короче, вот лазим. Сажа кешиго. Ну, а будет, будет. Будем ждать. Хорошо, что кореец еще знает английский. Да. Они многие, кстати. Но тоже вот врач. Посмотрим, какая-то такая процедура. Нет, ну вот да, вот, что значит,
услуг, да, что вот мы в аварии попали, 5 минут, сразу приехал, скорая, полиция, сразу через страховка, сразу говорят, все. Страховой фред побега. Да, сразу сели, отвезли в больницу, все обследовали, всю фигню тебе сделали. Уговорили сюда еще. Уложили, да, нас еще уговорили, дураков стали. Ну, допустим, ну, что, у нас русский менталитет, мы все никому не верим, у нас потому что в России так людей приучили. Люди не верят, что что-то бесплатно оказывается. Посмотрим на свои шкуры человеческие. You and you go every day here and yeah, today? Today 10 o'clock and 4 o'clock. 어디? 여기. 응? 여기 앞에 pain. Pain? Leg. Leg. My leg. 여기 누워 봐. 너 시야를 병화해야겠다. I will record video. Сейчас, короче, будет мне какую-то процедуру делать. Вот паренек. Первая процедура. Ну, не считай вот. То, что мы прокапываемся. Посмотрим. Мужичок, он сидит. Что-то какой-то... Не знаю даже, что это такое. Если вы знаете, скажите. Вот. Такая вот штука. Фух, тяжело, грудь болит. Тяжело вообще вставать. Посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Че тут, Василий? Чиж. Да, немного. Боли. Ча-ча. Грудь болит? Чё? Ты чё делаешь? Вот лежу, короче, здесь у меня горячая. Горячая херота. Приятно. Лежи по балде. Я говорю, может быть, вот еще свет выключили, можно было вообще поспать. Все, что, будем балдеть, лежать. Спина? Потому что я сейчас сидел, там дверь массажа. Все, заказываем массаж, будем массаж. А что у тебя, током, ничего там, ничего не делал? Не, ничего не делал, то же самое, что у тебя. Все, просто планируешься. Да. Здесь не надо, здесь не надо. Пылесос какой-то принес. Тебе как-то что манджи стажи. Вот какой-то. Оп. Оп. Окей. Окей. Бегнет. Магнит? Магнит? Магнит будет какой-то. Все, буду езжать сейчас. Я помню, у деда была такая, короче, портативная штука. Вот тоже она щипала. Она с виду была похожа, короче, знаешь, чуть побольше зубной щетки. Туда вставляли две штуки. Как они, батарейки такие, знаешь, квадратные. Ну, так током бьет. Мышцы, знаешь, напрягаются, расслабляются. Так вот, как они, крона. Две кроны, короче, вставляешь, там можно было регулировать этот ток. Такая прикольная штука. У
него с коленями была беда, и вот он представлял. Был забавно, короче. Я тоже себе к телу прислонял. Вот это наподобие, только побольше. Ну, у тебя как? Расслабуха? Нормально. Будем, короче, лежать. Пусть пощелкивает. Порелаксирую. Как она тебе? Покушать нам вот тут принесли. Захочу, чтобы вы тоже заценили. Супчик. Рис. Кимчи. Салатик. И еще один салатик. Ну так, нормально. Бесплатно. Это все бесплатно. У меня немножко температура от того, что ноет нога. Вот. Ну, сейчас поем. Буду спать. Думаю, что завтра пройдет. Таблетки не хочу никаких глотать. Вот. Вот такие дела. Будем отдыхать. Кушать и отдыхать. Да, Андрюх? Да. С Андрюхой гуляем по Гунсану. Мы сбежали из психушки, короче. В натуре. Из больницы. Здесь в Корее, ёбнешься, короче. Даже сюда не надо. Психушка. Загребут нахуй. Смотри, какая приятная. Мне это не интересует. У меня Алёнушка есть. Я соскучился. Нет, я вообще ничего не делаю. В попку сейчас укол сделает. Ай, блядь! Хим-хим-хим-хим! Ай, блядь! Вообще-то! Блядь! Мне нельзя делать уколы! О, стик-стик-стик! Пресс-пресс! О, что-то! He do it so fast! It is hard! So fast! So quickly! Not this! In morning you... In morning, this flow, but dinner is best. Короче, втитерили мне. Вот это. Втитерили. Сейчас говорит, хорошо заснешь. Против боли, короче. Как раз у меня ножка болит, температура что-то поднимается. Сейчас будет нормально. Да. Хим пераго, мама. Давай. Ех, блин, вот она, у них совсем другая технология. Пресс, дурай, пресс. Нажми, говорит, да? Она так делает, она шлепает. И в момент, когда она шлепает, она, короче, вставляет, прикинь. Окей, here and you understand it? Yeah, I know. Go to him, I take a rest. Okay, bye. Good night. See you tomorrow. Вообще, да? Так быстро она шлепает, короче, и в этот момент... У нас лучше дело. Вот иглу берут вот так, я сам лично так делал. Иглу берешь вот так. И нормально. Потом вставляешь и... Ну ты любишь вставлять-то.내일 모레 퇴원을 해. 치료를 다 받고 내일 모레면은 날짜가 언제냐면 23일 날 퇴원을 해. 알았지? 사인. 23일날 завтра последний день лечения? Когда последний день лечения? Он проще сказал, если завтра скажу, окей. Your name, sign. Я
ищу меня в 22-й день, 22-й день, и я получу деньги. Все, окей. И я получу лечение в больнице. Ты хочешь лове, ты не получишь лове, ты хочешь лове, ты не получишь лове, ты хочешь лове, у тебя нет лове, ты хочешь лове, у меня есть лове, бабки, бабки, у меня есть 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 бабки, у меня есть, у меня есть, у меня есть бабки, 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 у меня есть 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 бабки, у меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть бабки. Уходим из этой погоняли. Получили мы по ляму 200. Вот. И едем домой. Домой едем. Спасибо за все. Деньги мне нужны. Общались с нашим агентом. Или как там, кто он вообще, непонятно. Деньги нам там с карты снял со своей. Принес. Не знаю там, сколько он с нас заработал. Мне не важно. Самое главное, что у нас все хорошо. И по здоровью. Еще и денег заплатили. Ну, как бы вот такая история. Такая вот концовка. Все-таки я немножко переживал, может быть, нас скинут или обманут как-то, потому что мы корейский язык, вообще письменность не знаем. Какие-то бумаги там подписывали. Хер его знает, что там подписываешь. Вот, ну вроде мужик нормальный. Мы ему доверились. Просто тоже с нихуя, наверное, заработал. Вот. Все, будем двигаться дальше. Постараемся больше не ввязываться ни в какие ситуации, потому что я уже за эти полтора месяца, еще две недели где-то остался. За это время и успел и в ментовке побывать, и меня пару раз кидали, и сейчас ДТП. Больница. В общем, не особо хорошее впечатление у меня о Корее. Жизнь не останавливается. Скоро будет Филиппины. Там будет вообще very nice. Все, короче, давайте, кичинаё. У меня все кичинаё. Всем пока. Далее я покажу вам. Как сажают рис в Корее? Самую высокооплачиваемую мою работу, корейский сенокос и многое другое. Понравился канал? Поддержи лайком.